Чуком приезжаю. Куда едешь? Еду папе на работу. Зачем? Там тележка маленькая здесь для меня. Тележка? Да. Нет, за корзинкой. Может, корзинка? Я хочу возить ее. Возить? Корзинку? Не корзинку, а тележку. Так мы же едем за корзиной. Или ты за тележкой едешь? Я хочу ехать за тележкой. Ты на работу не хочешь просто поехать? Ну, нет. Ничего? Почему не хочешь? Ну что, я давно уже не была на работе, да? Была. Да. Была? Не была. Так, ну что, я была на работе. Нравится? Мы же едем по рельсам. Да. Нравится тебе? Да. Скоро выходить будем уже. Скоро приедем. Да. А там есть магазин? Зачем? Маленький. Зачем? Там кофе продают много-много раз. И чай? И чай. Я люблю чай. Но там только заварку продают. А чай делаешь дома? Заварку? Почему? Ну, чтобы чай заварить. Давай. Да, это нам понадобится. Чай. Чтобы сделать чай. Хорошо. Строгино дальше. Мы проехали указатель, что начался район Строгино. Туда Строгино начался. С этой стороны стояло Строгино. Ну как тебе? Вообще райончик, конечно, мрак. Почему? Хороший район, спокойный. Отвратительный, Андрюш, посмотри на дома. Это спальный район, это парковая зона, здесь речка, Москва. Ну хорошо, может здесь и речка, я не спорю, но посмотри на дома. По ночам из нее выходят крокодилы. Дома еще, наверное, это военные. Ну что до военные, нет. Хорошо, сразу послевоенные. Нет, пленные их не строили. Вон шишки валяются, глянь, как природой пахнет. Какашки. Какашки вижу, шишек нет. Зато глянь, сколько места для парковки. Тихий, спокойный район. Что тебе не нравится? Вообще. Баня есть большая. Прям вообще белый. Теперь куда пойдем? На трамвай. Ага. Согласен. Покажи, какая у тебя корзинка. Ой, довольная? Да. Дай поглядеть. Дай я погляжу. Мам, ты... Мама, ты мышонка, выбрось его. Я тебе другого найду. Что за мышонок? А ну, расскажи. Вот. Про мышонка расскажи. Смотри. Про мышонка и про камень. Ну... Ну, расскажи. Есть у Киры выдуманные друзья. Ну. Называются там всякие животные. Зайчики, мышки. Ну. Вот, мышонок. Ну, а как она тебе рассказала про камень? Покажи. Мам, мне еще... Ну, покажи. Мам, мне еще залезли мышонки. Еще мышонки? Да. А куда мы денем столько? Еще два. А куда мы столько мышей денем? Мама. Хочешь? Хочу. Сейчас придем, сделаем. Хочу еще борщом. Да. Бургер с борщом? Да, маленький. Я хочу большой.